отправляет мяч Хану. Шнайдер, он справа, передача в штрафную, и вот это сборная Германии. Вот так Нойвель открывает счет, и думаю, что это уже победа. Вспомним Гарри Линекера. Футбол играет 22 человека, а побеждают всегда немцы. Ну все, казалось уже, все. Дополнительное время. И все-таки немцы дожали соперника на последних минутах. Атаковали. Постепенно наращивали темп, постепенно усиливали натиск. И вот добились-таки своего. На последних минутах Нойвиль, воспользовавшись великолепной передачей Шнайдера с правого фланга, посмотрите, переправил мяч в сетку. И такой вот рев раздался. Оливер